Здравствуйте, Лего Хелл, и это у нас еще один тест на психику, и начнем-ка. Этот кот что, накурился или набухался? Потому что бомжи так ведут себя. Вы не знаете, что за бомжи так ведут себя? А это что такое? Опять лото! Как вы видели? Что вот так? Как? Люди это уже в буквальном смысле делают. Сука! Доберусь до тебя в аду. Ну, это акула, вот это симуляция. А, это как надо? Полиция! После него! Чувак, да! У тебя яйца, что ли, штаны? Чувак! Брокколи не хочет. Коктейльчик хочет. Хочет побухать. Дай. Нет, не брокколи. Хочу коктейльчик. А что это он, Иван? Вот так! Да, на этих ребёнков. Как? Я сам охуеваю вот эту. А что это у нас? О, блин, воблёт. Ой, больно как, а? А что у нас? Эта собака спит в очках. Это что, серьёзно? Это очень смешно выглядит, мой забор. А что это у нас? Играет помощью кота? Компьютер? Чё? А я до этого думал, что это фрукты какие-то. А что это у нас? Это... Все обосрались! Взял один винтовку. А что у нас отслом? Осёл свалил. Ситрожопые лоси. Что за херня с ребёнком? Маме! Мужики удивляются? это терминатор. Младенец. Которого дождь прошёл! Вот он тоже охуевает. А что он? Пошёл нахуй! Ну это в жёстком юморе. Буквально. А что это у нас? А чё с котом? Он чё? Смотрит в другую сторону. А это что у нас? А, он кушает весь. Ну, совсем тупой. Всё, он будет лизать свои пальцы до конца дней. Это для него... Сколько? Что у нас? Это собака так себя ведёт! О, кот танцует из темы Лило и Стич! Да, я смотрю тоже, у меня даже есть про это кассета. Что у нас? Ребёнок прошёл? Магия! Это реально, без стекла нижнего. А что это у нас? Пошёл! Точнее, он его послал жёстко, это типа коты вот это дерутся между собой. А что у нас здесь? Чувак кушает чипсину. А она улетает! Каким должно быть рукожопом, а? Что это у нас? Ох, сука, ты наехал на не другую кошку. А чё с собакой, я? Чё за херня? Я тоже удивляюсь, что за херня здесь, блин. Что у нас? Чё с собакой, а? Ты чё, что ты жуёшь, а? Падла, а? А что это у нас? Блин. Вот да там! Жаль этого мужика, у него же целый дом залило. А что у нас?
Это чё? Это Терминатор Т-1000. Да, вы знаете, кто такой Т-1000, если вы смотрели Терминатора. Охренеть. Тьма наступает на этот мир. Люди забыли, это реклама. Что такое отвага. Можешь против целый бесплатно. Ладно, с вами был Лего Хелл, и следующий ролик у нас будет либо про этого чувака, либо про этого. Ну, это сегодня. С вами был Лего Хелл, всем пока!